Здорово, ряд, и это Fight Nights at Candy's. Я решил продолжить, и без ваших комментариев решил продолжить проходить игра Illimako. Легендарная, как всегда же говорю, FNAF игра. Вторая ночь, погнали. Прошлое видео было очень маленьким, потому что, во-первых, я очень сильно хотел реально жрать. Вот, да и подумал, то, что игра очень старенькая, и смысла ее снимать много нету. Но сейчас подумал, что я решил ее пробовать все-таки таки попробовать пройти. Возможно, ремейк я тоже попробую проходить. Вот, посмотрим. В общем, голос ребенка, но нам он не нужен, потому что мы и без ребенка прекрасно справимся сразу. Аллилуйя. Они во второй ночи сразу стартуют. Вот этого наконец-то я ждал, потому что очень скучно ждать, когда они там активируются. Вот. У меня такое чувство, что у меня где-то комар там снизу. Просто не люблю, ненавижу комаров. Вот эти вот все эти их кусачки, потом все чешется. Ну, его, в общем-то, нахер. Куда? 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 Нифига. Так быстро. В общем, что я еще не забыл рассказать вам прошлой серии. Вот эта херня. Я так понимаю, она типа как Фокси, но не Фокси, но он очень медленный. Он очень будет медленный. Но его не будет видно здесь. То есть мы должны, получается, если он стоит вот здесь на камере, тогда мы закрываем дверь. Или здесь. Нет, по-моему, здесь он только приходит. Только сюда приходит. Значит, если он сюда приходит, значит, все. Мы закрываемся. Мы закрыты, пишем ему на табличке. Она всегда полчаса там стоит или что? Опа! Видите, подходит. Скорее всего, на него тоже надо будет много смотреть, потому что если на него много не смотреть, то, наверное, он как Фокси будет злиться. Знаете, он хочет популярности, он хочет быть популярным, ему не нравится, когда на него не смотрят. Смотрите, опа. Здорово, бейба. Смотрит, слушайте. Понятно. Ладно, ему как-то похер особо смотрит на него или нет. Ты не туда идешь. О, а вот теперь туда. Ближе. А он чё может в разные места заходить? Опа. Погоди, это твои глаза видны. Стоп, так его глаза видны. А чё я об этом не знал? Ага. Во-первых, а во-вторых, они ходят в разные места. Они ходят в разные места, ты серьезно? Ты чё, бро? Это ж место не туда, это для девочки, это не для тебя. И это опять выглядывает, слушайте, ну вы что-то задрали. Пингвин здесь, по-моему, существует, либо он только в ремейке, либо он только в Unreal... Либо только он Unreal Edition, это... Unreal Edition, это, короче, 3D-шка игра. 3D-игра для... Для того, чтобы можно побегать. Короче говоря, знаете, как это? Как Creepy Nights at Freddy's. Только это по Candy's. Ну пока пингвина нету. Но он может пойти. И вот эта херня может пойти. Блин, а я вообще-то думал, что... Ладно, эта игра легче. Так, ну погодите, раз пока нам камеры не нужны. Мы же можем вот так просто на заднице сидеть и крутиться. Но я-то точно знаю, что именно для этого персонажа-то камера нам обязательно пригодится. Вот прям обязательно. Где у нас женщина? Женщина у нас здесь, хорошо. Этот у нас здесь, все прекрасно. Этот у нас сидит на месте. Нет, все-таки где-то, мне кажется, у меня там комар. Вот, пытается на меня посадить свою ебаную задницу. Если за мат, я говорю, я ненавижу комаров. Ты где? А ничего, то, что ты слишком быстро подошел. Слишком близко, точнее, подошел. Ничего, сейчас мы его здесь увидим, наверное. А может и нет. Я не знаю. Ясно, понятно. А что такое второй ам? Я думал, пятый ам уже. Да нет, ну на меня кто-то там садится. Ну эти гребаные комары, ну я их ненавижу. Не, ну если серьезно. Женщина, почему ты такая медленная? Ты там ноготки красишь или что? Почему такая медленная? Это реально. Когда я ее уже увижу? Конечно, ничего не будет, я просто увижу ее глаза, но все равно. О, а нет, никого не о, она тоже так же на одном месте сидит.
Да нет, мне, я, извините, я иногда дергаюсь, потому что я ногой отпугиваю комара. Уже не чтобы я без, с плохим настроением был. Хотя и так с плохим настроением, потому что комар пледина просто. Погодите, а вот здесь же, вот за этой стеной, кстати. Что это, что за звуки были? За этой там стеной же, короче, этот есть. Кэнди тоже какой-то там. Короче, тут еще вроде персонаж есть, и я не помню какой, но какой-то есть. Вот. Да. Да. Вроде как он там есть. Или нет. Где-то я видел. Слушай, ты тоже в коридоре тусишь у меня уже. Окей. Так, а у меня батарея-то, батарея тратится. Окей. Ничего. Кэнди нас спасут. А как у них имена? Типа, допустим, синий это Кэнди. А остальные, вот ты кто? Напишите в комментариях, кстати, кто вот это. И кто пингвин. И... Блять! И этот скотина, сука, тварь. Где? Кто он, то есть? И это кто? Кэндрина? Кэндрина. Сука. Ой, дверь открывать можно. Кэндрина, да. Именно так, Кэндрина. Иксит. Кстати, мы прямо возле выхода. Почему бы нам просто не сбежать отсюда? Ну, пока все тихо, слушайте. Ну, как тихо? Нас уже пытались убить несколько раз, но все равно тихо. Но я пока никого не вижу. Ни синий, ни розовую. Это коты, кстати. Кто это? Это коты, или это лисы, или это волки, или это кто вообще? Как кто это? Какой? Блин, не, он быстро, он даже бесит, знаете, порой он иногда даже бесит. Тем, что он очень быстро атакует. Но я за двумя слежу, если что. Так, пока все нормально. Мне интересно скример посмотреть, так что, думаю, как-нибудь еще посмотрим скример обязательно их не. Вот. Блять, он быстрее их даже двигается. Пиздец. Он быстрее их даже двигается, как так-то? Ха! Ушла. Туда ее. Остался ты, братан. Ну, еще этот на подходе, конечно же. Не, меня комар кого-то укусил, тварь. Все видео я обзываю комара. Ну да, почему бы и нет? Могу себе позволить. Что такое-то, алло? Не, вообще камера серьезно пригодится только вот так вот осматриваться, и все. Я ничего сложного пока не вижу. Вообще ничего не вижу. Ну, будет пингвин, может, он как балунбой будет. Какой ты медленный, слушай. Да даже вот эта обезьяна тебя быстрее то будет. Пока не пингвина, пока никого не видно. Ёб твою мать, я пошутил, ты не медленный. Какая мразь, прикиньте. Не, ну скажите, да, согласитесь. Мрази, мразина. Две палочки осталось, там конец. Аж песня играть страшно начала. Где? А. Аж песня страшно начала играть. Да не, мы победим. Мы победим 100%. Блин, ну какая все-таки игра старенькая. Я вот, кстати, скачал. Вот вы думаете, что я скачал много старых игр? То нет, у меня там, ну, максимум, если только популярненькие. Кроме PopQuest, вроде у меня PopQuest я почему-то не скачал. По-моему, не знаю почему, но почему-то не скачал PopQuest. Вот. Чё там? ONAV, получается, я еще скачал. Вот. Но в основном я скачал именно вот современные, именно красивенькие FNAF игры подобрал для вас. Чтобы вы посмотрели, чтобы делать красивые превью. А, точняк, у нас же еще всякие видео, короче, будут идти. Дети. Марионетка избивает детей. Герой видео. Что там за звуки? Что там за звуки? Окей, хорошо. Подумаешь,
Они решили готовить, короче, сделать бургерную. Я так понимаю, по сюжету они сделали бургерную, короче, где обмазывают бургеры кетчупом. И это сейчас нам показать завод по бургерам. Очень вкусным бургерам. Вот. Всем приятного аппетита. У меня что, под столом комар живет или что? Чего он там постоянно летает? Я просто иначе другого выбора не по... Я просто другого вывода уже не понимаю. You have one. До свидания. Давайте такой небольшой челлендж. Видеть аниматроников только по их глазам. Вот это женщина 100%. Где пацан? А пацана нету. Опа. What the fuck? What the fuck, пингвин? Ожил все-таки скотина. Ах, вы ж трать вас надо. Это женщина, это обезьяна, это пингвин. А тут-то этот еще до сих пор сидит, кстати. Опа, обезьяна немножко проснулась, обезьяна сполыхнулась. Это пока не... Мне кажется, он сегодня проснется. Вроде он сегодня должен проснуться. Ребят, вы ускорились немножко, вам не кажется? Пингвин, ты чё пялишь на меня? Ёбаный пингвин. Не, ну погодите, но всё-таки как-никак это. Мне кажется, пингвина мы не... А, нет, мы же видим его глаза светящиеся. Значит, я не знаю, кстати, когда нам тогда закрывать двери. Шутки плохи с вами, ребят. Можем экономить батарею, знаете как? Просто, ну так, опять же, оглядывать. Ну, я уже рассказывал. Тут просто надо, опа, оглядываться. И все. Ну, как бы здесь ничего особо сложного я не вижу пока. Но проснется, мне кажется, вот этот херобора, который вот тут вот... Пизда. Твою ж мать. Я же не то, что так быстро активируюсь. Ну, братан, ну, может, не надо, ну, может, договоримся. Броу. Давай договоримся. ПЖ. Пингвин на месте. Так. Никого нет. Бро! Не, ну раз центр от... не, пока никому не подходит, значит, мне кажется, он единственный аниматроник, которому нужен центр, да? Ну, типа, то есть я имею в виду то, что... Когда он будет подходить, мы тогда будем закрывать центр, что ли? Ну, потому что розовый и голубой не надо, в принципе. Они атакуют по бокам. Обезьяна тоже атакует по бокам. А это означает, что этой херне... Этой херне... Нужен центр. То есть... То есть... То есть, сейчас он побежит, если он умеет бегать, или он не побежит, я не знаю, что с ним происходит вообще. Короче говоря, мне пиздец, я не знаю. И вроде бы это не вопрос, но вроде вопрос, опа, до свидания. Ушел, отлично. Где женщина? А что они через одно место ходят? Погоди, так то есть левая сторона, она не его, что ли? То есть это левая сторона, это обезьяны? А я не знал. А я думал, там как по ФНАФе, типа каждому своя сторона. А видимо, эта сторона только для обезьяны. Нихера она везучая, кстати, слушайте. Нормально. Да, вот это мы обсуждаем. Не, что-то пингвин застрял, мне кажется, немножко на месте. Вот, в общем-то, пингвина нормально, а мне классно, мне зашибено. Мне кажется ли, блин, погоди, это из-за синхронизации у меня так лагать начало? Мне кажется, я просто синхронизацию включил, и что-то у меня как будто подлагивать начало. Вот как будто подлагивать начало, что-то это. Что-то не нравится, мне это не нравится. Может, это было тоже как Фокси, тогда вот этот, может, типа Фокси. Потому что на него смотрю, что-то ему это не нравится, смотрите. Видите, не нравится ему. Он что-то не нападает на меня. Почему ты на меня нападаешь? Ну почему ты на меня нападаешь, а? Лысый. Это Балди? Кстати, это Балди. Это Балди. Это Балди. 100% Балди. Балди. Ты ли это?
Блин, что-то на вас, что-то никто не нападает на меня. Что-то тут все френдли. Ёп. Твою мать. Мы это видели? Так, я могу открыть дверь. Ну да, он как Фокси, так все понятно. Так все, я даже понял это с размаху, как... Оооо, так это легко. Вы это видите? Я же говорил! Я эту игру чувствую, просто чувствую! Я же говорил! Так, от тебя как защищаться? Погоди ты! А чё сразу все буквально аниматроники начали атаковать именно в эту ночь? Опа! Опа! Опа, пингвин! Опасный пингвин на меня бежит! Не нравится, мне это не нравится! Опа, опа, слева, 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 опа. Нет, смотрите, голубой налево пошел на этот раз. Налево ходить опасно, ты чё? Ты не, нельзя. Налево ходить нельзя. Пингвин, где пингвин? Пингвин, он смотрит, злобно смотрит на меня. И чё мне с тобой делать? Оп, оп. Нет, четверта, мне кажется, победа будет у нас в руках. Победа у нас в руках. Бляха-муха. Что ж вы такое-то, а? Да-да-да-да-да, уходи. Прошел, прошел. Пошел прочь, хотел сказать я. Пингвин все так же смотрит злобно на меня. Что-то в этой... Что-то в этом аниматронике явно не так. Он на меня тоже злобно смотрит. Почему все на меня так злобно смотрят? Что я вообще вам сделал? Что вот я вам сделал? Вот объясните мне. Кто-нибудь объяснит, что я вам сделал? Почему все так на меня злобно смотрят? Что вы, что вы, что вы? Вот просто все на меня злобно смотрите. Что я вам сделал, тебе все? Эй, бро, может не надо? Ну, алё, ну третья ночь, ну как-никак. Хотя бы на четвертый давай сделай что-нибудь, ну не на третий ведь. Третья, она же спокойно, я и так уже всех здесь попробовал, всех почуял, всех испытал, всех понюхал. Не надо. А где пингвин? Где пингвин? Нет, не до сих пор на своем месте. У меня уж голова болит из-за этой повязки, прикиньте. Ау. Больно. Да господи, мне там реально комары. Может, у меня сейчас миллиард комаров в комнате, как вариант тоже, потому что мне это не нравится. Если я умру сейчас из-за комаров, я задушу каждого комара, что здесь есть. Потому что это перебор. Так не делают, так люди не поступают. Это не по-людски. Да, комар? Хоть и комары не люди, но они люди. Так нельзя делать. Опа. Так он с самого начала еще на меня Пингвин. Нет, вы поняли, пингвин. Его не видно на этой камере, он слишком низкий. А он низкий, его на этой камере даже не видно. Вы поняли прикол, его не видно на этой камере. А как, когда мне открывать дверь? Тут не прикольно. А когда? Сейчас? О, нормально. Вот ты падла, ты же не должен был нападать. Или должен был? Может, время? Ой, ты. Ой, ты вот это вот. О, какой. FNAF 2? Ну, бляха, ну вообще капец, что меня задушили в этой игре, слушайте. А чё сразу все аниматроники активировались? Может, еще и секретного добавите? Ладно, всем покедова. Пока на это с вами закончится. С вами был Кайзер Код. Пока, удачи, пока.